Добрый день! Сегодня мне хочется вам рассказать, что можно сделать, какие украшения из проволоки и бисера, если вы умеете вязать крючком. Вот обычный крючок, обычная медная проволока. Есть, конечно, и серебряная проволока потоньше. И вот такие изделия можно связать. Тем, кто хочет что-то интересное создать, тем, кто любит вязать, можно попробовать. Вот я тоже попробовала вязать проволоку. И вот что у меня получилось, какие изделия. Вот получается замечательные очень браслетики. Смотрите, какие браслетики получаются. Красивые, легкие, ажурные. К ним можно также связать вот такие вот замечательные сережки. Вот такие вот связаны сережки. Это получается комплектик. Вот. А вяжется очень просто. Конечно, кто умеет вязать, тому будет очень просто. Немножечко, конечно, тяжело, потому что с проволокой вообще работать как бы немножко тяжело, но это ничего. Для начала вы набираете на проволоку бисер, какой вам надо. Вот здесь показано, набрал синий бисер, да? И вот изделие из синего бисера. Вот такие же сережки синего бисера. Вот это изнаночная сторона, так, и лицевая сторона, вот такая вот сторона. Так, не поймать мне ее. Так, и лицевая такая сторона, да? Набираете для сережек кружочек. Как всегда, как вы делаете, вяжете кружок. Вот. И, значит, начинаете чередовать. Просто вяжете проволокой, а потом по одной, по две бисерины, в зависимости сколько вам надо, вы, значит, провязываете бисер. Но бисер оставляете на какой-то одной стороне, или на лицевой, или снизу, или сверху, да? Вот получается тогда вот такое изделие. И вяжете по кругу. Ну а потом для закрепления ушки делаете такую петельку тоже с бисером и просто закрепляете. Вот здесь у меня связано простой браслетик с черными такими бусинками. Просто длинный, как бы полосочка. Вот вязано так, 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 так. И вот здесь просто оставлена такая дырочка, петелька сделана, да? Здесь тоже из простой проволоки, и просто, значит, бусины провязываются сверху. Потом можно в круговую еще вязать вот такие браслетики, да. Вот здесь я попробовала змейку связать, и там такой кругленький. Это вяжете, начинаете с одного края, вот закрепляете, прибавляете петли, а потом начинаете вязать круговую. Вот вяжете в круговую, вот там такая пустота получается, и по кругу вы вяжете все время, и получается вот такой браслет. Вот этот браслет у меня связан из серебряной проволоки. Так, и украшен у нас камнями Сваровского. Легкий получился браслет, красивый. Вот такой вот ажурный. Здесь я камни Сваровского не вязала сразу, а потом их просто прикрепляла. Здесь с камешками связано. Здесь серьги связаны. Вот это я специально еще ушко не прикрепила, чтобы посмотреть. Просто такой кругленький шар. И к нему, значит, уже камушки приделаны. Ну, браслет сделан немножечко в другом стиле. Сначала была сделана основа, а потом уже
просто заматывался, приматывался бисер. Вот как слоник, это вы знаете, техника, наверное, такая есть, очень легко, удобно, вот как сделано. Вот, потом простые браслетики можно сделать из более толстой проволоки, пропуская бусины или бисерины, что-то такое. Вот такое рукоделие. Я думаю, немножечко фантазии, усидчивости, и у вас получится красивое изделие. Вот такой, можно сказать, восточный браслет. Я даже сама не ожидала, как он у меня получился. Очень интересный. Вот. Счастливо. До свидания. Всем успехов.